дорогие друзья, пожалуйста, прослушайте важное сообщение. 3 марта 2021 года, на 60-м году жизни, после продолжительной болезни, скончался один из лучших спортивных комментаторов, тележурналист, обладатель премии ТЭФИ Юрий Альбертович Розанов. Просим почтить память Юрия Альбертовича минутой молчания. Спасибо. Интересно, но все же в первую очередь команда, насколько они проведут яркий матч, насколько они. Пока что интересно, это сборная, что это первый год, когда было. Я как бы так могу опять же получить, проходили с Игралем, и теперь будет переходить как все. Столяр, где у нас полузащитник? Дима, ближе! Артём!
Карим! Прием, стой! Сохрани! Обратно, блядь! Сохрани! Сохрани! Аккуратно! Оставляй мяч! Подходим, подходим уже! Позиции. Кирилл. На ровном месте. Пошел, ну, аптеки немножко скорость. Побольше.
ушел бы он тогда от Касимбы и мог бы создавать этот самолет, но пока только ау. Зато сразу бай, бока. Дима, отрезать! Не надо! По мячу! Стой! Артюха, обрезай! Ниже, брать! Дима, там не надо. Господа, мяч в ворота команды Академии Коноплёва забил номер 17 Владислав Заусь, команда «Зенит». Давай повнимательнее в обороне. Раз, два, здесь не перемещайся. Давай, давай, повнимательнее. Давай, давай, парк, давай. Быстрее к мячу, когда перевод идет. Быстрее укращай его. Выше, выше, парк. Дима. Видите, баланс, Витя. Витя. Сравняли. Валера, 3-2 реализуйте, реализуйте 3-2 преимущество. Инсайды поднялись выше, там вот большая зона есть. Ворона играет. Ворона
Ноги готовы! Внимание! Витя! Карим, шестой номер. Отклеился!
исполняй так! Хорошая задумка, исполняй! Внимание, внимание! А вот здесь вам два, Дим! Thank you.
опускайся. Хорош, точнее доставляй! Столяр, можно и пробить уже попробовать. Все, улучшайте. Пробуйте дальние удары тоже использовать. Дима, время пока, Дима! Витя, внимательно, лезу! Атакует эту передачу, от центра встречает. Ближе к середине. Один честный специалист, который работает. Крылатый, Саша, крылатый, сразу так играть не может. Действительно, так играть такие передачи в никуда. Валера, на 9, ой, на 11 номер, на 7 смотри. На 11. Еще раз, два. Тоже смотри, сейчас Рони подсовываешь, он спиной с палетой падает. Да, Доигрывай.
Передача, подождите ее.
штаба 28 номера. Защитники, получайте мячи! Тоже! В одном номере. Спокойно. Стой, Карим. Мы опять без средней линии играем. Задержите здесь, мяч. Сколько можно отдавать их? Сань! В составе команды «Академия Коноплева» произведена замена. Вместо Александра Давыденко, номер 8, в игру вступил номер 11, Иван Четвергов. Есть игрок дальше. Можешь открыться, он поперек двигается. Сейчас из глубины можешь открыться. Вас нет вообще на поле. Thank you.
Витя, какой момент еще нужно, я не понимаю. Да в ворота стрелять, что? Не в сугроб, а в ворота стрелять. Что? И головой надо сбивать. Был. Yeah.
nepotist. Everybody waiting for the father man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. I'm not afraid to die.
Давай!
Кирилл!
Дима, внимательно, внимательно, диагональ прошла из-под тебя, пробивает. Внимательно. Дима! Группа, группа, торможение, проспал момент. Куда я буду? Поднимай, куда? Подбор, подбор, Яра! Дима, подбор!
корзину. Дим! Борьба за верховой мяч. Уже смотри, куда он может прилететь. Думай. Сядь! Володя, нет, сядь! Выбейте мяч! Можно сначала? Да, доктор, можно, пожалуйста. Да, заходи. Женя! Жень! Левее еще, еще левее. Замена! Замена в составе «Зенита». Вместо Рони Михайловского, номер 10, на поле вышел Арсений Зигангиров, номер 20. Артюха, сядь! Артюха, сядь, пока! Подбор, один, один, Жень! Извини, здорово! Потому что это новый игрок. Если тот же самый возвращался, Столяр! В составе команды Академии Коноплева произведена замена. Вместо Владимира Тарасова, номер 2, на поле вышел номер 12, Даниил Железнов. Показывайте, доказывайте сейчас игроки турецкой команды, все эти отголки играли прямой на бой. Кто-то другой игрок. Давай, добираемся до мяча. Внимательно, Витя! Коляр, внимание! Играй! Я!
Серый, с левенькой ноги. Соляр, там не17 вместо 6, вот. Сайка первый поднимает.
В составе команды «Зенит» произведена замена. Вместо Дмитрия Гулькова. На поле вышел Евгений Пантелейчук, номер 12. Накиньте! В команде Академии Коноплева произведены замены. Вместо номера 6 Дмитрия Матвеева. На поле вышел номер 10 Александр Дьяков. Вместо номера 14 Арина Аухадеева. На поле вышел номер 17 Никита Тычинский. Хорош, Макс. Артем, позиция! Ты что обещал? Какой это номер желтый? Мяч обратно получается. А минута. Иван появлялся еще в первом тайме на поле. Появился. В составе команды «Зенит» произведена замена. Вместо Егора Крупенина, номер 9, на поле вышел Никита Ахримчук, номер 15. В составе команды «Академия Коноплёва» произведена замена. Вместо Ивана Четвергова, номер 11, на поле вышел номер 27, Владислав Чекменёв. Давайте зацепимся здесь, на этой половине.
Номер 24. Егор Коноплев. От центра! Кто ты бежишь-то? Никита, от центра мы делаем их. Возвращайся. Стоит, стоит, стоит.
Максом вдвоем. Тише, тише. Сейчас
Огни перед мячом! Огни перед мячом!
добиться результата. Следующие матчи юношеские составы команды «Зенит» на нашем поле проведут 13 марта. Игрок команды «Зенит» Артем Касимов. Артем, с победой вас, в первую очередь. Ну, как считаете, вообще довольна игра, была вязкая? Довольны ли тем вообще, как сыграли? Спасибо за поздравления. Ну, думаю, что да, игра могла показаться довольно вязкой, особенно во втором тайме, так как мы вели в один мяч, и соперник горел желанием отыграться. Ну, благо, смогли отстоять этот счет, могли забить еще. Но ничего страшного, значит, где-то в этой игре у нас убыло. Надеюсь, в следующих играх прибудет.
Как считаете, вообще Академия Коноплёва довольно сложный был соперник? Ну, я вам скажу то, что в UFL нет слабых соперников, проходных матчей. Каждый соперник приезжает биться с нами. И поэтому никаких проходных матчей и никаких расслаблений у нас быть не может. Мы играем всегда, готовимся на тяжелый матч. Спасибо большое, с победой! Игрок команды Академии Коноплёвой Даниил Конников. Даниил, пожалуйста, как ощущение, почему не выиграли? Потому что соперник достаточно хорош. Ну, понимаете, футбол такая игра. Кому-то в определенный момент должно больше повезти. Конечно, я не могу сказать, что «Зенит» не заслужил сегодня победу. У них ребята достаточно очень хорошие, очень достаточно обученные. Вот, мне они очень понравились, именно команда. Вот. То, что сказать, что они не заслужили победу, я не могу. А то, что сказать, что мы заслужили проиграть, я тоже не могу. Поэтому вот так вот получается такая противоречивость в футболе. А каких там, каких компонентах, как считаете, вам нужно добавить? Компонентах? В игре футбол? Игра в футбол. Нам нужно добавить в игре в футбол. Чему стоит научиться таких команд, как «Зенит»? Ну, я даже не знаю, вы как-то неправильно поставили этот вопрос, конечно. Почему нужно учиться у команды «Зенит»? Если смотреть команду основную, конечно, там можно научиться вот... Можно просто открыть вот такой вот список и научиться всем вот этим вот принципам игры. А у этой команды чему научиться? Конечно, каждый тренер видит свою игру по-другому. То есть команда... «Зенит», команда «Академия Коноплёва» зависит от в первую очередь от тренерского видения. То есть, если у одних там футбол поставлен играть от обороны, у других поставлен играть от атаки, то, конечно, функции различаются футболиста, функционал сам. Вот. Ну а так, чему научиться? Мне ребята, они очень понравились, очень обучены. Не зря они все играют, большинство из них играют в сборной России. Не зря играют в молодежном первенстве, кто даже, наверное, в ПФЛ вызывается. Поэтому поздравляю их с победой. В любом случае, удачи вам, спасибо. Спасибо большое. Тренер Академии Коноплёва Игорь Желтов. Игорь, в принципе, сегодня у команды было достаточно много моментов. В чем проблема, почему не получилось до конца, может быть, доделать их? Ну, это у нас проблема продолжается еще с того тура, да, когда мы с «Спартаком» создали 5 выходов, один в один, ни один не забили. Ну, здесь тоже команда, вы меня извините, Академия «Зенита». Тоже не так-то просто забить им, да. Команда обученная, хорошая. Ну, могу смело сказать, что второй тайм-то мы... Второй тайм наш был, поэтому сделали коррективы, перестановки, чуть-чуть тактику поменяли. Ну, «Зенит» и «Зенит». Но я своими мальчишками очень доволен, молодцы. Опять некого упрекнуть ни в желании, ни в самоотдаче. Молодцы, хотя и недовольны результатом. Хорошо, спасибо вам большое, удачи.
тренер команды «Зенит» Игорь Лебедев. Игорь, с победой вас в первую очередь. А вообще, как сегодня, довольны ли сегодня игрой? Все ли получилось то, что хотелось? Спасибо большое за поздравления. Но игра тяжелая получилась. Понравилась концовка первого тайма. Оказывали давление на соперника, не давали возможности проведения быстрых атак. Изначально мы понимали, что соперник очень хорошо распрямляется, хорошо быстро атакует, поэтому настраивали ребят сразу на контрпрессинг, на противодействие быстрым атакам. Где-то получилось, где-то не получалось. Вот концовка первого тайма действительно заставила соперника играть ближе к штрафной. У нас появились шансы и моменты, которые могли реализовать, но, к сожалению, не реализовали. Поэтому второй тайм получился обоюдоострым. Забей мы и реализуй те моменты, которые были, конечно, играть было бы проще с психологической точки зрения. А последние матчи Строгино проиграли. Сложно ли было перегружать команду, перенастраивать, чтобы этот матч, они как бы забыли прошлый матч и вышли на этот матч с новыми эмоциями? Да нет, мы анализируем игру, сыгранную в течение недели, смотрим видео, разбираем ошибки, делаем это в тренировках, то есть то, что не получилось, или наоборот, то, что получалось, и двигаемся дальше. Мы не думаем о результате прошедшей игры, потому что это мешает сосредоточиться на этой игре. Конечно, мы говорили о том, что важна сейчас перезагрузка после того, как мы проиграли предыдущий матч. Но ребята сами хотели, и видно было желание с первых минут играть на победу, потому что они хотят побеждать, и не просто побеждать, а показывая зрелищный футбол. Одного мяча немало ли для такой игры, или как считаете? Одного мяча достаточно, чтобы выиграть, когда не пропустил. Но по этой игре были моменты, были шансы. Самое важное, не дать было сопернику использовать где-то моменты, где-то те возможности, которые у них были, что мы и сделали. Если одного мяча достаточно, то такая победа, наверное, не менее важна, чем победа с крупным счетом. Важна и желанна. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Спасибо.